в своем муравейчике еду, да. Я не знаю, где мой этот баклажан. О, а где такое взять, кстати, вот этот козлика? Это, кстати, вот туз. Это похоже, это улучшение, которое ты. Где ты этого козла взял? Вам карьер открыли, я еще он там не был. Здесь открывается на этой карте. Надо мне такого зашивать. Уже сильно не убегайте. То я как на лодке еду, прыгает какие-то бешеные. Так, можно здесь справа проехать. Ехай. Хитер. А то. О, блин. Жестко. Не, вы это парни, мы не парятся, у вас колеса большие. Зря ты ему это сказал, бля. По крайней мере, у Сереги они хорошие. Леночка, друзья, стала доступна новая возможность поддержать канал, стать спонсором. Хорошей группой. Никто вроде не отлынивает, насколько я вижу. Вообще, наша группа прекрасна. Подождите, тут развив. Ну, мы движемся вперед. Ну, мы там мимо того места проедем, где у нас факап был. У него вообще колеса с сумасшедшей скоростью движутся. Я просто вот когда наблюдая за его динамикой, я думал, он того и гляди, опрокинется. Ну чё, брюхо, нормально, да? Смотри, как надо. Сука. Лассо. Давай, мы почти проехали. Учитывайте, что у нас в команде нет ни одной тяжелой машины. Мы новую ямку нашли. Блин, ну, ребята, ну... Вы же понимаете, что это было серьезное место. Что ж вы так, а? Чудо, давай выбор. Подожди. Серег, давай за бок. Да я сам. У него автономная лебедка. Вот и все. Что
Ну, давай потихонечку, Серег, не рискуй тут это выйти вот. Не, ну вообще прикольное приключение. Мне нравится. Ай! Вот и все. Лебедка тащит. Самое главное, чтобы было за что. Видишь? Да. Где в скалах, где ты завалился, там не. Хотя я не понимаю, как так может быть. Ну, по идее, если чуваки вытаскивают машину, у них есть стропы, как минимум, да? Которые можно об камни там обворачивать. Ну, ладно. Мы понимаем, что это игра, это в условность. Нет, ну можно за определенный вид камней сделать, чтобы можно было цепляться. Сейчас вот осторожно надо, потому что здесь эти вот камни начались. Нам куда вверх ехать? Но газушка прет вообще круто. Такой маленький клоп, но блин, вообще. Блять. Че? Давай. Толкай меня. Ну ёпта. У нас ЧП, разворачивайся. Вытягивать, ты его в гору тянешь. Его надо в обратную сторону тянуть. Ну, да, сейчас. Потому что здесь уклон, получается, ты его вверх тянешь. Да, вниз, наоборот. Ты сам не кувырнись, блядь. Вот, сейчас вот хорошо, ты его толкнул, давай. Теперь давай обратно. Ну-ка, нифига. Это клюк. Это клюк, я лежу, вообще не шевелюсь. А друг просто стой, блядь. Я попробую сам зацепиться. Я не... Надо верхом цепляться. Вверх, вверх. Все. Отлично. Хорош. Отлично. Спасибо. Я говорю, Серег, еще раз, аккуратней, пожалуйста. Да она, блядь, скачет как сука. Ну это понятно, то что там мощность большая, ты на газ нажимаешь, а он начинает скакать. Это я согласен, да. Я просто сам, понимаешь, этой темой страдаю, потому что хочется по-быстрому тут проехать, но... Иногда бывает такая тема. Тут нужны педали, чтобы ты мог полгаза там ехать или что. Кнопку нажимаешь, он сам прыгает, понимаешь? Ну вот я на геймпаде стараюсь регулировать, но он как-то не дает. На курок даешь. Александр Петрунин. Колеса как мячики, уж прям на ухабах помедленнее. Знакомые места, блядь, я тут вижу, блядь. Леночка, поддержать канал, ссылка. Посмотри. Да, ты, а ладно, я тут завалил. По-моему, я тут уже лежал, блядь. Музычка такая играет. Если у кого она включит. Не-не, я вырубил нахуй.
скорее не колеса пружинят, тут скорее подвеска пружинит. Бля. Приехали. Есть нахуй. Как обычно. Ну-ка, дай-ка я, блядь. Ты не ловок, дай-ка я. Не, ну я, видишь, я его вытолкнул на более-менее ровное, но теперь его нужно, ну, как бы туда, да. Ну-ка, отойди-ка. Сегодня какой-то у меня день лежания на боку. Нормально, день отдыхает. Кто следующий, блядь, вопрос тут? Я думаю так. Нужно его развернуть сначала на 90 градусов. Давай попробуем, Серег. Сейчас. На 90 градусов. Ты его сейчас, если будешь тянуть, ты его протащишь просто вниз. И все. Ну, блин, с этой физикой, может быть, и получится, но... Давай. Идет. Ты что ли стёрнул, блядь? Всё, теперь нужно его опрокидывать. Подожди. Вот в этом положении его нужно опрокидывать вниз. Сейчас его за этот заверх. Александр Петрович, а что сверху за рамку? Ещё, ну, только я тебя внесу. Нужно... Чтоб я уперся и опять и до конца не докатился. А, ну, давай я попробую его в это... Сейчас упереть. Иначе я просто до конца Александр ударил. Петрунин, с другой стороны. Да не ссы, да я ж тебе мог ближе подъехать, не дать тебе упасть, ну чё вы. Я потихоньку. О, отлично. Сенчо. Ну и банда. Теперь вся бочина в говне. Леночка, кто не поставил лайк, тот сам знает кто. Да, бочина в говне вообще. Вот это вот зачет реально. Тихо, тут яма. Самое главное, ты не кувыркнись, потому да, что да. У тебя самая тяжелая тачка, тебя, ну, будет сложно, если что, тягать. Блять, здесь нужна понижайка, я на самой низкой еду, блядь. Вот, на самой низкой езжу, блядь. Мы же, блин, мы здесь поехали реально через лес. Блять. Чё? Кажется, я сейчас в озеро поеду. Ну, он застрял, его нужно просто дернуть. Я добрый. Так, парни, блин, давайте через лес. А чё, мы тут не проедем, что ли? Я уже выехал. Там дорогу размыло в этой яме, у обрыва. Понятно. Это стаскивает вниз. Мы тут нормально. Мы едем. Окей. Здесь вся мать природа, так сказать. Да не, по лесу иногда прикольно ехать. Да не иногда, а вообще все. Так, ладно, с Днём Победы. Чё, Андрюх, у тебя нормально все? Сейчас. У
меня 20 литров топлива. Я 17. Мы сейчас туда перейдем, в следующую, короче, лопу. Там прям на входе будет заправка. Да, спасибо. Поехали. Так, а где вы вообще, блядь? Понятно. Серега. Да еду, еду, блядь. Давай. На нем пиздец сложно ездить, он, блядь, от малейшего движения прыгает, да. Ну, блин, вот это вот... Из-за того, что у него очень-очень большая мощность. Меня там подождали бы хоть... А, ой, вижу, вижу. Блядь, это пиздец какой-то. Ну чё, нормально у вас там? Или возвращаться? Всё нормально. Блин, он даже прямо не едет, ни хера. Так, а мне куда, направо, что ли? Я мимо проехал. Всё, заправочка. Странно. Ой, смотри, как Андрюха тебе красит, тебе здесь понравится. Перевалено. Да. Так, мы на. Да не, карта здесь вообще очень круто. Зацепился. Да. Поехали. Федералка. Да-да-да. Пиздец. Хорошо, идем. Привет, и. Здорово. Леночка, друзья, каждые 15 лайков с меня танец. Так, нам налево. Не, видите, что? Нет. Слева. Я слева. Отлично. Не, ну карта охуенно. Смотри, я только слева. А, вон. Да. Прорисовка, да, блядь, я в натуре верю, кому-то мы тут едем. Шиша это, блядь. Сука. Сарай справа, смотри. Охуенно. Коровник. Какой-то коровник, блядь. Как коровы тут ходили по коленам, блядь. Да, тут, блин, карьер рядом. Это, скорее всего, было какое-то хозяйственное здание. Я думаю. Ну вот. Поехали. У меня просто шнурки или нет? Я понял, блядь. У тебя просто шторки маленькие. Нормально у меня шторки. Просто
вода холодная. Где БТР-то? Да смотри, грузовик какой-то. Да это БТР какой? Не в этой локации. На суче Бенз есть? Нет. Приехали, блядь. Сейчас я карту посмотрю. Курсовая точка с моей игры стоит на БТРе. Интересно. Хорош. А здесь заправка-то есть? Здесь нет заправки. Это жестко. Это ж ТМР, блядь. И нет ни цистерны, ни одной на карте, вообще ничего. Если фары выключить, вообще атмосферно. Не, ну атмосферно офигенно всего. Так, погоди, 5 сек. Сейчас. Лучше моторы, нахуй. Не, мы, короче, это пропустили. Следуйте за мной, в общем. Понятно. Антон Волосатов, там рыбы нет. Штяк, у меня шнуркеля нет. Нет, он у тебя есть, но он маленький. Блять, меня сносит. Понятно. Вроде зацепился, да, за следующий берег я зацепился. Ну чё, блядь? Не знаю, мне как-то Андрюху надо перехватить, короче, лебедками, чтобы его не унесло. Так как его перехватить? У него шнурки маленькие. Так быстренько у него как бы это... высокая... посадка. Катерина Чоповская. Он как бы этим компенсирует все. Отлично, я Ну, если что, за тобой следят, Андрюха, пристально. Угу. Ну, ты понял. Давайте. Покажите, на что вы способны. Показываю. А, ну конечно, что, но, за мою жопу зацепиться. Ну у меня же шнорхель. У меня же шнорхель нормальный. Смотри, сука, что делает. Поехали, давай. Не, надо его тащить в любом случае. Ты что, у него... Да заглуши ты двигатель, Андрюх, чтобы не гробить движок. Вообще изи. Отлично, все. Мы вообще реально очень близко к БТР. Погнали. Блин, такое путешествие классное у нас получилось. Да вообще офигенно. Зайцем нахуй. Зайцем хуярю. Пол дороги. А чё вы, блядь? Блин, ну тащите меня тогда, чё. Давай, цепляйся. Готов? Да. Катерина Чоповская, Повний проспект. Повний проспект. Что такое Повний? Парни, мову знаете? Повний, это чё? Повний проспект. А, полный привод, ёпта. Я сразу понял. Он всегда полный, Катерин. Так, теперь Андрюху, да? Катерина Чоповская. Проезжай. Повний привод. Андрюха вроде едет. Я понял. Угу. Ну-ка дай-ка стоп. Сейчас мы так-то, бляк, весь проебем, блядь. Дергай, Андрюха. Андрюха едет нормально. А чё, у меня 40 литров ещё из 60.
Садись. Мы уже очень-очень рядом. Андрюха, цепляйся. Не дотягивайся. Поехали. Да что ты будешь делать? Ну давай, вылезай же. Это таймер, детка. Так, ладно, с днём победы. Так, стоп, я в какую-то палку сел. Так, справа от камня попробую. Катерина Чоповска. Скауты грязи не боятся. Это точно. Вообще мы никого не боимся. Цепляйся. Пошел. Давай, газуй. Ребяточку подтягивай. F нажми. Ебать, тут нет дороги. Выше и налево. Тут нет дороги, конечно. Ты чё, какая тут будет дорога? Таймер, ёпт. Ну, в смысле, мы же едем к БТРу, там вообще дороги таковой не может быть. Конечно, это же БТР, какая нахуй дорога. Страдай так страдать. Зато газуха, вон, смотри, газуха как бьет. Она как это, блин. Это. Шмель. Или. Не знаю, как это назвать. Жало. Я имею в виду сам по себе автомобиль. Что, есть у вас здесь БТР? Катерина Чоповска, УАЗ на минималках. Там куда хоть приперся, бля. Вот я его открыл. Обнаружено, блядь. Это БТР? Это он и есть. Короче, ну ты запомнил дорогу, бля. Когда со своим БТРом поедешь, когда, блядь? Думаю, никогда. Нет, ну... Ой, блядь! Всё. Приехал за БТРом, блядь. Сука. Здравствуйте. Ты чё? Женя, ты не поверишь. Антон Волосатов, путь не близкий, устали. Да, что-то приуныло, блядь. Что-то пошло не так. Как тебе картина? Я могу пересесть. Погоди, у меня авто. Лебедка, сейчас я перевернусь и поеду. Спасибо. Хер там. Ребята, мы доехали вот вообще, вот реально вот наверху стоит БТР. Да я-то вижу его. Мы 2 часа ехали с этим БТРом. Сейчас я тебя попробую перевалить.
Цюху уже пробую. У меня во враг клоне уронить. Что за хуйня? Что за хуйня? Дай погоди, я скажу, что это? У меня шнуркель маленький, блядь. Уберите этого насильника, блядь, от меня, сука. Отъедь и еще раз заедь на него. Убери его от меня, блядь. Сука. На, нахуй. Отлично. Вот это группа. Вот это секс, блядь, ебать. Это я понимаю, тройничок. Да. Что за дело? Появляются они у всех в ангаре. Пересесть, блядь. Есть. У него 27 литров, куда я поеду? Да, блин, ты чё? Нам же... Ну, как бы... Надо, чтобы ты на нём поехал. Зачем? Же... Ну, это была цель. Ну я поехал, все. Фу, накоптил-то, бля. Главное, задачу мы выполнили.